И всем привет, с вами Макс Виск, новое обновление IG Vapes. Перед началом ролика подпишитесь на канал, поставь лайк. И если вы можете, пожалуйста, напишите в комментарии, когда будет следующая обнова, чтобы тоже первым успеть, а то испанцы нас обогнали по обновлению. Так, сначала, как мы знаем, обновить, потом что новенькое читаем. Так, новое событие, 6 новых событий уже готовится к выходу. Продолжайте наращивать обороты, чтобы выиграть отличные награды в этом увлекательном событии. Увлекательное событие, там больше наград. Интересненько. Оптимизация интерфейса. Мы оптимизировали множество элементов интерфейса, включая строительство, исследование, поиска. Строительство, исследование, поиск. Это мощно. А также другие элементы. Посмотрим еще. Оптимизация интерфейса. Это типа того новой какой-то функции. Отчеты о сражении мы добавили экран с большим подробностью информации о битве и отряда войск. Ага, ну это я знаю. Так, ну хорошо, ладно, хай там загружается, давай почитаем тут. Опа, на все уже. Ну давайте-ка, может быть, новая будет заставка. А ну-ка посмотрим, или стандартная составочка. Так, 3, 2, 1, ага, понятно, компания ихняя, и, блин, такая заставка. Ну, что тут мы видим, ничего не поменялось. Все тут стоит, как обычно, G-Vapes. А, в переводе это возраст обезьян. А, в общем-то, у нас есть, типа того, больше советов на нашем канале русскоязычном G-Vapes Max Risk. Так, сейчас будем смотреть. 14 тысяч, но это уже не важно. Так, с возвращением. Вау, такие глаза, да? В районе вашего города разрушилась война. Но, на всякий случай, я перенес его сюда, в безопасное место. Спасибо большое тебе. Так, вот. Ой, блин, новое обновление. Что это такое? Что это такое? Зарядим 2 часа. Ему что, не хватает что-то? А ну посмотрим за новое обновление, давай посмотрим. Так, вроде он пошел. Куда он? Подожди, он такой быстрый, да ладно. Вон. Вроде бы анимация такая себе. Ну, что-то поменялось там надпись, типа того. Вижу новое обновление. Некоторые иконочки стали огроменными. Классно, ну, неплохо. Подожди, взрываем все это, давай. Бабах. Нам это не нужно было. Или нужно, только перемещать мы не сможем. Я тут вообще не украшал, ну так немножко. Так, спасибо, что у вас такое, как будто вы украшены. Или давно не заходил просто. И новости. Так, спасибо, так, это значит новое. Так. А, вон строительство, да, по-моему? Нет, вот вам бесплатный хайд. Мы уже рассказывали про него, давайте еще раз расскажем. 20к плюс 20 тысяч. Так, у нас бесплатно. Чувачок такой, блин, ну я знаю, что охочий. Так, тут у нас ничего. Вроде бы нужно пора идти на войну, да, типа того, и показать вам. Так, но я хочу что прокачивать, когда есть времечко. О, вот это база, да, что же не могу ничего прокачать. Так, 28 секунд. Так, а ты укачай этих вот бластеров. Так, значит, ищем врага. Вау, что это такое? Ага, добавили тебя сюда. Раньше было меньше, можно было два выбирать. Сейчас упростили. Так, победить обезьян мутантов и получить замечательные награды. Так, это у нас мутанты громилы. Нет, не хочу. Давай от этих маленьких. Это хорошее обновление. Теперь посмотрим на геймплей. На искатель, на строительство и на войск. Давай, хоть ты вот, а давай самого мощного. Да ладно, сойдет это даже. Да, даем, пошли уже, посмотрим. А, и смотрим геймплей. Вроде бы геймплей стал большим. Большим. Так, вы нашли абсолютно на ракету. Точно, тут тоже должно что-нибудь, не будет выйти. Ну, статистика есть. Так, что у нас такое? Вау, украшение прям расширяется. Блин, такую превьюшку писать было бы шикарно. Так, он еще нажимаете сюда и узнаете. Это же очень главное.
Так, мы усиляем панду. Ох, там тоже анимация. Анимация добавили тоже очень классно. Так, прочитаю все забрать. Потом сделаем еще ролик, типа того, о топ-игре. Этой игре, типа того, реклама. И некоторые поиграют в нее. Так, ну что ж нельзя. Давай, тут ну что видно. Удали все прочитанные. Возможно, не лагает. А, блин, лагает. Но клацаем. Ладно. Опа-на, выиграл. Отлично. Так, у нас тут озеро. Ну все вроде бы. Икон анимация. Что вам сказать? Всем спасибо за просмотр. Макс Риск. Короткий ролик. Всем удачи, всем пока.